Ребят, всем привет, с вами Джамбу Макс, и у нас в этот раз очень крутые и очень срочные новости, касаемые новой консоли Xbox Series S. Ее официально анонсировали. Перед началом видеоролика попрошу вас поставить жирный лайк, так как делая этот видос, я отпросился с работы домой. И начальник сказал, что если я не наберу больше двух с половиной лайков, то можешь даже не возвращаться. Но ну, я, короче, вызов принял, и, пацаны, го, берем две с половиной тысячи лайков, я не хочу увольняться с работы. Также не забывайте подписываться на канал и ставить колокол, чтобы не пропустить следующее видео. Дальше будет только интереснее. Итак, сегодня утром никто не предвещал каких-то крутых новостей, как все слили якобы изображение Xbox Series S. Кстати, на этот счет сразу отреагировала даже команда Xbox, но ее реакция была в виде мема, и ее никто не понял. В итоге, буквально через несколько часов, команда Xbox официально подтвердила этот слив. В итоге, вот так вот будет выглядеть Xbox Series S. Плюс с учетом данного дизайна, практически все слухи подтвердились, Xbox Series S действительно похоже чем-то. На Xbox One S и на Xbox One X. Кстати, советую подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылку оставлю в описании, чтобы быть в курсе всех таких новостей сразу, как они выходят. Кстати, исходя из этого дизайна, уже стали даже мемы клепать. Кстати, в комментариях напишите, как вам вообще дизайн. Мне лично дизайн зашел, опять же, ничего лишнего, и в то же время очень похоже на Xbox One S внешне и размерами на Xbox One X, и в то же время имеет некие отличия. Также напишите в комментариях, собираетесь ли вы ее покупать. Если она вам безумно понравилась, то пиши, я куплю Xbox Series S. Кстати, по размерам, по одному из рендеров консоль меньше Xbox Series X ровно в половину. Глядя на дизайн, можно заметить, что у данной консоли нет привода, и помимо внешнего вида, анонсировали сразу и цену, что вообще получилось неожиданно для этого дня. И консоль будет стоить всего лишь 300 баксов. По сегодняшнему курсу это почти 23 тысячи рублей, но в России походу будет стоить 30к, ибо наценка. А это, кстати, между прочим, даже дешевле, чем стоил Xbox One X на старте. Также, когда был тот самый слух и не было официального подтверждения, был слух о том, что Xbox Series S будет стоить 300 баксов, а новый Xbox Series X будет стоить 500. Эска подтвердилась, а вот насчет Xbox Series X пока тишина. Но будем надеяться, что это действительно правда, ибо ценники очень вкусные. Также вместе с этим слухом было сказано, что консоли выйдут 10 ноября, но этому подтверждению также пока что не было. Для тех, кто не понимает, что это за консоль, а именно Xbox Series S, напоминаю, что это мега бюджетная консоль для нового поколения, которая должна будет обладать всеми новыми технологиями, но игры выдавать будет в 1800. 80p и в 2К. Грубо говоря, это некий аналог Xbox Series X как Xbox One S в поколении Xbox One X. На мой взгляд, идеи данной консоли просто офигенные. Поскольку тем, кому разрешение не важно, и тем, кто не хочет платить очень много, но тем, кто хочет Next Gen консоль нового поколения, всего за 30К будет просто подходящим вариантом. Также вместе с анонсом появился слух о том, что в сентябре все же состоится преза, на которой должны будут рассказать больше о новых консолях. И майки это также подтвердили. Плюс на этой презе должны будут сказать какую-то мега новость касаемо подписки Xbox Game Pass, которая очень сильно поднимет ценность данной подписки. Конечно, бесплатный голд уже слабо верится, но будем ждать. В общем, я рад, что майки наконец-таки начали раскрывать карты и хотя бы заанонсили цену и дизайн меньшей версии. Считаю, что консоль получилась клевой, если она без проблем потянет весь Next -gen и будет действительно иметь все технологии по типу трассировки лучей, то это будет просто бомба. На этом, в принципе, все. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. Напоминаю, чтобы меня не выкинули с работы, нужно набрать 2500 лайков. Спасибо вам, а также не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик и писать свое мнение. До новых встреч. Все, пацаны, я побежал на работу, а то реально выкинут.